Здесь он зашел на кладбище и почтил память первого губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко. Мы находились буквально в 300 метров от его могилы. Я прекрасно знал, что могила именно здесь, в Пасуновке, на его родине. Я долго думал, почему он так любим народом. Потому что он никогда не был над народом. Он всегда ощущал себя частью народа. И он служил своему народу. Служил до последнего дыхания. И такому человеку не прийти на могилу и не преклонить голову я не смог. Это просто человеческое, внутреннее мое желание.